Индийский штамм коронавируса все чаще диагностируют в регионе. Так, из 240 пациентов стационара Северной поликлиники он подтвержден у каждого третьего. За истекшие сутки в Чувашии положительный ПЦР-тест у 77 человек, 62 выздоровели. В списке погибших 10 фамилий. Кашель, боль в мышцах, температура – основные симптомы COVID-19. Индийский штамм добавляет расстройство желудочно-кишечного тракта и высокий показатель заразности. При этом в группе риска теперь все чаще молодые люди в возрасте до 35 лет. Самое грозное осложнение, конечно, это цитокиновый шторм. Больше всего мы его боимся, потому что очень трудно спасти в этом случае пациентов. А так, наиболее частое осложнение – это, конечно же, вирусная пневмония в различной степени тяжести. Как говорят врачи, большинство из пациентов не вакцинированы. Привитые пациенты в стационаре – единичные случаи. Но заболевания они переносят в легкой форме. По последним данным, первый компонент вакцины в регионе получили 271 тысяча человек. Полный курс вакцинации прошли больше 227 тысяч. До появления так называемого коллективного иммунитета осталось привиться еще чуть меньше, чем 14% населения. Мы просто призываем всех вакцинироваться, потому что мы видим этих тяжелых пациентов и как они сокрушаются о том, что не привиты. Единственный способ предохраниться от тяжелого течения заболеваний – это вакцинация. Вот сейчас я тоже захожу в красную зону к своим пациентам. Надеюсь, что все они выпишутся здоровыми, живыми, к своим родственникам.